Мужики, здорово! С 23 февраля и этот Heavy Metal ролик для вас. Все мы любим очертить линию и по ней отрезать лобзиком. Хотели, чтобы это все получилось ровно, а получается какой-то банан. Сделаем 3 контрольных реза и замерим температуру опорного ролика. Ну что ж, греется сильно, режет криво. Всему виной опорный ролик. Снимаем направляющую и посмотрим, что с ним там не так. С одной стороны ролика присутствует капитальный износ. Ролик проело аж до втулки. Давайте его снимем и посмотрим поближе. Естественно, теперь у нас есть 2 пути. Либо купить новый, либо изготовить этот ролик самим. Легких путей не ищем, поэтому изготавливаем. За основу возьмем вот такую вот втулочку, которую в дальнейшем мы посадим на подшипники. На целых 2. Естественно, внутренний диаметр втулки совпадает с внешним диаметром подшипников. Чего здесь не хватает, так это центральной канавки, которая будет центрировать пилку лобзика. Ее придется доточить. Оденем втулку на болт и закрепим гайкой.
затем болт зажмем в шуруповерт. Нажмем шуруповерт тиски и зафиксируем кнопку включения. Первую проточку сделаем пилкой по металлу. Чтобы расширить канавку, пройдемся пилкой по металлу от нашего лобзика. Осталось чуть подшлифовать наждачкой и готово. Небольшой косяк, конечно, присутствует. Линия пропила получилась не совсем по центру, но это легко решается установкой под щечку центровочной шайбы. Самое время установить подшипники. Лучше, конечно, втулку подогреть. Ну и так сойдет. Ну, вроде крутится. Собираем все в обратной последовательности. Контрольные резы и замер температуры.
температуру нагрева ролика сравниваем с температурой нагрева старого ролика. Она оказалась более выигрышной, почти на 20 градусов. Линия разреза при этом стала наконец-то ровной. Ну и конечно я не удержался и изготовил про запас. Один, где один, там два, ну а где два, там три. Теперь надолго хватит. Ставьте лайки и подписывайтесь. С меня много интересного.